Я только сидеть могу, как летать. Смотри, там тень. Там кто-то идет. Ой, я свалился. И всем привет, с вами канал Sofia Plus Games. Сегодня мы будем играть в Horse World. Всем привет. Я тут купила новую лошадь. Мир, мир лошадей. Да. Вообще, я купила тут новую лошадь или змею, не знаю. Лошади змею. И вот. Поэтому я решила папой снять видео. Так, а ты где? Мне как тебя найти? Или приходи на площадь. Ладно, я там прихожу. Ползу. Ползайду. О, да, ползайду, хорошо. Так, вот я имя поставил себе. Привет! Садись. Ой, ой. Садись. Так, сейчас. А на тебе можно покататься, лошадка? Да. Ура, лошадка. Ну, не знаю, лошадка или нет. Ой, ой. Вот это прыжки. Лошадка, а ты умеешь летать? Не-а. Ну, я ладно. Только сидеть могу, как летать. О-о-о. Ну ладно. Ух ты. А еще, о, ты шипеть умеешь? Могу. А ты хвостом умеешь вилять? Могу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Таким я хвостом что-то можно... увидела. Таким хвостом можно окно помыть. Лю! Лошадка, мы куда плывем? Куда идти? Или бежим? Ползем. Ого, даже в воде бэкфлип можно делать. Смотри, там тень. Там кто-то идет. К нам кто-то идет. О. Сейчас я сяду. Я сяду. Мимо. Ну ладно, полетели дальше. Мы плывем и да. Ползем. Как красиво под водой. Кто сказал красиво под водой? О, а что за лошадка такая маленькая? Что-то я ни разу не видел такой. Так, я снизу сделаю это. Вот бэкфлип. Ладно, пойдем куда. Так. Наплавалась. Ой, как трясет. Ой, я свалился. Это было слишком. А, за мной гонится лошадь, змея. Деревня. Потом я бэкфлип сделал. О, смотри, карета чья-то светящая. Где? Я лошадь-змея, я на всех буду шипеть. Йоу! Шипит, правда? И я возьму я. Что? У меня есть яблоко уже? Так, что я теперь буду делать? С яблоком. Пойду в дом.
телевизор посмотри. Нет, это же не телевизор, это картина от лошади. От орла. Так, подожди. Так. Что? Ты съела яблоко? Да, я съела яблоко. Ну ладно, подскакали. Тут моя мама. Змея тоже? Да, тоже. Да, это все. Я побежала. Яблоко с собой. Она что, умеет летать? А, это другая.